Тревожен март в 17 году. Премьер-министр народу строит куры. Народ, терпя мытарство и нужду, безмолвствует. Остатками культуры спасается гнилой интеллигент. Царь всей страны сурово хмурит брови. Готовит бомбу гнусный инсургент, грозя, что скоро будут реки крови. Масс-медиа, продажные вполне, захлебываясь ложью, увлеченно рассказывают миру о войне. Проходит март, а все-таки о чем я? Весне плевать на эту ерунду. Грязь под ногами чавкает так смачно. Но вот опять в 17-м году тревожен март, и будущее мрачное.